Эфир продолжает «Новости дня» в студии Александра Гордиенко. Программа начинается вот со спорта. Я вот каждый день его делаю, вот качаю пресс, много чего делаю, вот. Так что занимайтесь спортом, будьте уверенным в себе, ни в чем себе не отказывайтесь. Продолжайте в том же духе, вот. Так что так вот. Сейчас у нас солнечная погода, вот. У нас 25-е число. Вот. Такую ясную солнечную погоду. Хочется вот заняться вот спортом, вот такую вот, такую солнечную. Продолжайте также иметь со мной. Ставьте на паузу, ставьте со мной. Все, поехали. Как бы, друзья, ну, моя рубрика, ну, она не заканчивается, но будет продолжение, конечно, будет другой рубрики, так что давайте, вот, подписывайтесь на мой канал, вот, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, пишите в комментариях, какое вам понравилось видео, какое нет, так что так, давайте, всем пока, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, колокольчик. Я читаю каждый комментарий, слежу за всеми, вот, так что давайте наберем хотя бы 6 или 7 тысяч подписчиков, и я надеюсь, что вы сможете, вы умеете. Спасибо вам, что вы меня смотрите, спасибо вам большое, вот, так что скоро будет незабываемое видео, самое хорошее видео будет.